сегодняшнего дня Мариуполь под защитой патрульных полицейских. 172 новобранца приняли присягу на главной площади города. Мариуполь стал последним из 31 населенного пункта, где представили обновленный состав правоохранителей. Репортаж Светланы Павлюковой. На главной площади Мариуполя присягу принимают 172 патрульных полицейских. Верно служить украинскому народу! Верно служить украинскому народу! Среди новобранцев 38 девушек. Есть в рядах правоохранителей и переселенцы – 21 человек. Пятеро новых патрульных – участники боевых действий. Возглавил Мариупольское управление 29-летний лейтенант полиции Виталий Гаркун. По словам министра внутренних дел, с начала реформирования правоохранительных органов доверие населения к людям в полицейской форме растет. По данным последних соцопросов, им доверяют уже 44% украинцев. Среди вас достаточно много ребят, которые знают, что такое бой, участники боевых действий. Зная, что в составе национальной полиции, новой патрульной полиции, тысячи таких ребят. Поздравить новобранцев приехал и премьер Владимир Гройсман. Мы зробимо все, чтобы правоохранительная система изменилась и здобула риси сучасних европейских систем поваги до гражданина. Мы будем поддерживать вас каждого дня. Мы будем все делать для того, чтобы Украина відбулася как сучасная, европейская, независимая, демократичная держава. Уже сегодня 22 автопатруля выйдут на свое первое дежурство. Их действие будет координировать современный колл-центр 102, который недавно заработал в Донецкой области. Светлана Павлюкова, телеканал «Донбасс».